аппаратов, здания, бизнес-центры и рынок под завалами люди. ВСУ несут значительные потери. Около 8500 неонацистов уничтожены только в ноябре. Сергей Шойгу, ходит спецоперация. Кадры боевой работы вертолетов К-52 и Ми-24 в зоне боевых действий. И интенсивные тренировки наших бойцов на военных полигонах. Даже во время тренировок используют боевые патроны и гранаты. Деньги начали демонтировать крупнейший в Литве советский мемориал. США втайне от Киева изменили конструкцию реактивных систем «Хаймарс». Гостеприимству приходит конец. В Британии растет количество бездомных украинских беженцев. По берегу в Турции скопилась пробка из танкеров после введения потолкоцен на российскую нефть. А еще в Чите штормовой ветер снесло крышу детского сада. И вначале Владимир Путин провел оперативное совещание с членами